Ничья в Киеве вовсе не гарантировала немцам легкой прогулки в Дортмунде. И кто бы мог подумать, что уже к 15-й минуте все будет кончено. Сначала несмачный, вместо смачного выноса, пнул мяч сопернику. Прострел с фланга, и Балок открыл счет. Затем малыш Нойвель удачно сыграл на добивании. А вскоре ошибся Левицкий. Сборная Германии подавала угловой, украинский вратарь пошел было на перехват, потом застыл на полпути, и Рёмер перебросил мяч в пустые ворота. 3-0. Лобановский, пытаясь наладить конструктивную игру, выпустил на поле Гусина, но тщетно. Вскоре после перерыва снова точно пробил Балла. Гостям надо было спасать репутацию, но самый верный шанс упустил как раз Гусин. А мяч престижа уже на 90-й минуте сумел провести Шевченко. В Киеве в похожей ситуации он проиграл дуэль Кану. В Дортмунде украинский бомбардир сыграл хитрее. Впрочем, это небольшое утешение. 4-1, и Германия может заказывать билеты в Японию и Корею.